Привет, друзья! Сегодня мы получили велосипед с Алиэкспресс, покупали мы его за 18 тысяч. А сейчас он стоит тысяч, наверное, 20, потому что доллар обратно подрос. Вилка у него самая дешманская. Выбирал я его исключительно потому, что здесь стоит система переключения Altus, а здесь более дешево-торная, но все это Shimano. И за 20 тысяч, можно сказать, такой велосипед найти сложно. Отвезу его в сервис, пусть посмотрят, скажут, правда ли это настоящее Shimano. Также вот продавец положил сюда подарки, сейчас посмотрим, крыло положило, и здесь у нас комплектующие для сборки велосипеда. Здесь у нас сидушка, педали, дисковый тормоз, наперед подседельный штырь и подножка. Вот дисковый тормоз у нас идет, сейчас будем его устанавливать. Идут дешманские инструменты, мне кажется, их хватит там раз на 5. Так, сейчас установим руль. Устанавливаем руль. Вот здесь, видимо, на заводе, когда собирали, уже прям очень хорошо счесано. Сейчас будем устанавливать колесо. Так, вот нужно настраивать будет тормоза, потому что колодки трут, но это нормальное явление. Кстати, вот пока устанавливали, обратите внимание, вот потертость, это при транспортировке еще обнаружилась. Собственно, сами подарки, кронштейн для установки телефона, задний фонарь, насос, замок, сумочка, звоночек и все. Сейчас мы будем накачивать дешманским насосом колеса. Устанавливать педали, вот обозначение есть, педаль правая. Педали установили, сейчас будем устанавливать сиденье. Друзья, после установки сиденья он уже начинает приобретать вид, смотрится довольно-таки прикольно. Кстати, грипсы здесь держатся на зажимах. Ну что, в целом велосипед вполне хороший, но детально его уже разберем мы в велосервисе.